Очаков ТВ представляет. Добрый вечер. Здравствуйте, вы из какого города? Город Набережные Челны. Набережные Челны, знаем мы такой город. Подождите, Набережные Челны, это... Сейчас я вам скажу, что это. Это, если я не ошибаюсь, это как? Татарстан. Татарстан, вот, точно. Я вчера говорил с людьми, Набережные Челны, Татарстан. Точно. Чего вам говорят люди из Челнов? Вам есть 18 лет? Нет, 32 годика. О, ничего себе. Да, мне все постоянно говорят, что ты не выглядишь, но тем не менее, как бы... Вам сигареты продают в магазине или алкоголь без удостоверения? Нет, тут, скорее всего, на ноутбуке камера не передает качество картинки. А вы в армии были, да? Давно, когда-то служил. Да. А, служили. Не, я к чему говорю, смотрите, я как раз сейчас видео смотрел, видите, сзади меня вот на мониторе. Там это в Питере, это Питер, видите, вот этот. Да, я вижу. Это Питер. Это мобильный, хотел сказать, крематорий, блин. Это мобильный военкомат. Набирают людей, контрактников, прямо в центре Питера, вот из такого вот этого самого, представляете? Причем я не прикалываюсь, смотрите. Это пиздёж. Да, ну, это... подождите, ну вот, на ваших глазах. Да у меня друзья в Питере живут, блядь. Я сам недавно прилетел из Москвы. Я жил в Москве, и как бы я сейчас там живу. Я просто приезжаю. Так, и по-вашему, что это? И нет там никакой мобилизации, блядь. Чё херню какую-то, блядь, изобретаете? Если сейчас мобилизацию объявят, это будет крах и пиздец. Подождите. Я же не сказал слово... Я разве произнес слово мобилизация? Да нет таких мобильных. У нас в каждом районе любого города есть отдельный военкомат. Нет нужды создавать таких военкоматов мобильных. А то есть получается так, что если есть мобильные военкоматы, значит дикий спрос на службу в армию, что ли? Значит, В том-то и дело, что как раз с точностью до наоборот. Вот смотрите. С точностью до наоборот. Если был бы спрос, как раз таких бы и не было. А в связи с тем, что... ну, как бы нужно, да? Людям нужно. Вот смотрите, я сейчас просто наберу... Кому сейчас... нужно, блядь? Смотрите, подождите секундочку. Сейчас я наберу прямо на этом самом. На этом самом и вам покажу. О, мобильные военкоматы. Не, вы... Не, ну, как бы вы оспариваете... А, подождите, это то же самое. Сейчас я вам найду другое видео. Сейчас я вам найду то самое... Это же мифология, как с крематориями, блядь. Вот, и я то же самое говорю. Поэтому я случайно... Поэтому я назвал... О, вот, смотрите. Смотрите. Чем вы меня удивите? Военная служба по контракту. Твой выбор. Как вы думаете, это фейк, вот это, то, что я вам сейчас показываю? При чем тут фейк? Это прототип машины. Так вы же только что поставили под сомнение. Передвижных госпиталей. Подождите, мы сейчас говорим... Это прототип машин, мы сейчас говорим с вами конкретно. Ребята, вот я реально, да, с 14 года за вами наблюдаю, за идиотами, и понимаю, что, блядь, за все эти 8 лет базара нет, воевать научились. Пиздеть не буду. Но лучше всего, как показывает практика, воевать научились на просторах средств массового информирования и интернета. Ага, то есть так вот что? это фейки, то, что я вам сейчас показываю, да? Это, блядь, вброс галимый. Это презентация возможностей машины, блядь. А смотрите, написано, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Вы не видите, они что там есть написано? Такие, но они не работают, как и, блядь, передвижной крематорий, который был создан для уничтожения и утилизации. Сейчас. Подождите секундочку. Вот смотрите, условия приема там вам дают. Вот, вам дают бумажку там. Единовременная денежная выплата в момент заключения контракта в размере 250 тысяч рублей. Денежное довольство от 220 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты в размере 8 тысяч рублей за каждый,
За каждые сутки понимал, да? Ведение активных действий. У нас в стране дебилов и примерно за столько же, сколько и у вас. И если бы нам сказали здесь 350 тысяч за раз дадут, там бы, блядь, очередь стояла, ебать, от Москвы до Камчатки. Это на минуточку несколько часовых поясов. Я же не сказал 350 тысяч. Сами думайте. А я думаю, когда он сольется, блин? Это называется, человек находится, знаете, как вот этапы принятия там какого-то негативного, этапы принятия, да, чего-то. Вот он находится на стадии отрицания. Он не может поверить своим глазам реально, что вот такое вот происходит, понимаете? Он реально в это не верит. Он не может поверить. А когда ему тыкаешь, вот же, да нет, я не верю, да везде идиоты. У вас идиоты. Начинают там мобильные госпиталя, мобильный крем. При чем тут это? Вот оно доказательство. Вот они, мобильные военкоматы. Вот видно, что это Питер. Видно, что это Питер. Это в центре Питера. Кто знает Питер, тот понимает, где это находится. Он не верит в это. Ладно, сейчас посмотрим еще чью-нибудь реакцию. Секундочку. О, опять. Здорово. Здоров, здорово, врач. Незнайка, блин, убежал. И убежал сразу, блин. А. Поздоровался и убежал мгновенно. Понятное дело. Не хочет он больше позориться. Два раза он уже опозорился. Врач, который не знает отделов толстого кишечника, не может назвать. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у вас? Хорошо. Вы откуда? Из какого города? Казахстан. А, вы из Казахстана. Ага. Интересует? Понятно. Ну, вы знаете, я живу в Калифорнии. Вот. Я сам выходец из России. Понятно. Я просто хотел узнать, вот я увидел, видите, вот у меня это самое на мониторе, что ну, в Питере это стоит мобильный военкомат, набирают гражданских людей воевать с Украиной, прям с улицы, гражданские люди, представляете? Я просто россиянам задаю вопрос, для чего их набирают, если в России огромная армия, так сказать, и так далее. Неужели не хватает уже или как? Ну, это в журналах или как бы записях. Угу. А так, не знаю. Не знаю. Я, если честно, от политики далек человек. Я не люблю политику обсуждать, да? Как бы, ну, тем более про войну. Ну, если честно... Такая, типа, великая держава уже третий месяц воюет. Вторая армия мира воюет с 22-й армией мира, все никак не может завоевать. Ну, начала уже, блин, набирать гражданских людей с улицы. Ну, да. Как бы мое мнение, лично мое мнение, это все на записях, по-моему. А так, по факту, там... Фигня какая-то. То есть, фигня, вы имеете в виду, что качество российской армии не соответствует заявленному, правильно? Это вы имеете в виду? Ну, вы, если вы в Калифорнии живете, вы самый счастливый человек. Я тоже в Казахстане живу. У нас вот этот, как бы, пропаганда или вот правительственные каналы нас, блин, не окей, блин. Нам влияет всякую, блин, ложь, блин. Заставляет верить нас. Заставляет верить нас. Согласен. Хорошо, ладно, давайте. Привет Казахстану, побегу я дальше. Вам всего хорошего. Удачи. Алгы Казахстан. Хорово. Давайте. Как?
Я не понял, как Forever Russian или Forever USA. God bless America, надо говорить. Как? God bless America. Да благословит Бог Америку. Все, давайте, счастливо. Все. Forever, да. And ever, forever.